Друзья, буквально час назад к нам пришла печальная весть, с которой мы спешим поделиться с вами. Наш источник из шоу-бизнеса рассказал нам, что сегодня в срочном порядке в одну из больниц города Москвы был госпитализирован российский певец и композитор Барри Алибасов. В каком он на данный момент состоянии, пока неизвестно. Нам удалось узнать только то, что его без сознания нашли в доме. На данный момент мы пытаемся проявить ситуацию на свет, но пока ничего не выходит. Родственники сообщают, что ничего об этом не знают. С сыном связаться не получается, так как мобильный телефон его выключен. Друзья, давайте поддержим Барри Алибасова, пожелаем ему скорейшего выздоровления и скорейшего возвращения домой. Давайте подпишемся на наш канал, нажмем на колокольчик, чтобы не пропустить свежий выпуск. А в свежем выпуске мы постараемся более подробнее узнать и рассказать вам, в каком состоянии сейчас находится Барри Алибасов. До встречи, друзья, на нашем канале!